Друзья, давайте посмотрим бой на танке ВК-7201К. И всех приветствую на канале Маракасии. Давайте, соответственно, узнаем также свежие новости мира танков. Бой захватывающий, действительно, танк потрясающий. Но есть и, так скажем, новость, которая может негативно касаться данного танка, но не только его. Так что давайте все подробнее обсудим. Ну и также хотел бы, соответственно, напомнить вам, что видео разыгрывается до сих пор золото, практически, соответственно, ну как сказать, на халяву, потому что, ну, просмотры видите сами какие. Но чтобы меня поддержать, вам достаточно просто написать комментарий, указать свой игровой ник и досмотреть видео до конца. И, друзья, сейчас до сих пор проходит акция, которая, на мой взгляд, одна из самых интересных в этом году. Это то, что вы играете на разнообразных танках и получаете за победу интересные призы, включая на восьмом уровне контейнеры, в которых, правда, нету прям танков, но есть всякий другой разнообразный лут. А за 7 и 9 уровень дают золото даже. Ну, правда, мало совсем, 20 золота за 7 уровень и 50 золота за 9 уровень. Но, тем не менее, учитывая то, что вообще раньше золото получить в какой-либо акции, это была большая удача. На 10 уровне тоже дают контейнер, но также еще в этих контейнерах, помимо всего остального лута, имеется внешний вид. То есть всякие 2D стили, декали и тому подобное. Так что, в принципе, данной акцией я бы очень рекомендовал бы вам воспользоваться, пока она еще работает. Но нас ждет еще много всего интересного. Например, турнир. Хотя я понимаю, что мало кому интересны турниры, но, соответственно, в любом случае найдутся какие-то люди, которые хорошо играют. Даже, я думаю, на моем канале тоже такие есть. И, соответственно, может быть, вы соберетесь там в формате 3 человек и затащите. И вот турнир от Лесты можно выиграть даже реальные деньги. Правда, конечно, небольшие тут, но тем не менее. Плюс еще золото дополнительно, например, за первое место дает 5000 рублей наличными и 2000 рублей на игровой баланс в клубе и 30 тысяч золота. И все это, естественно, проходит, соответственно, в определенном клубе, то есть компьютерном, и нужно приезжать туда. Далее конструкторское бюро уже закончилось на европейском сервере. У нас оно только вот будет. Но по аналогии с европейским сервером можно сказать то, что танки разлетятся как горячие пирожки. Несмотря на то, что цена стала больше, все равно люди готовы платить, в общем-то, совершенно не щадя свои ресурсы, лишь бы получить эксклюзивный танк. И, например, на европейском сервере 25 тысяч танков с 3D стилем улетели за 2 минуты. Поэтому и у нас клювом щелкать не стоит, и нужно быстрее, в общем-то, шевелиться, чтобы этот танк вместе с 3D стилем урвать. Ну, а я, друзья, напоминаю вам, что вы можете поучаствовать в розыгрыше золота. Для этого просто напишите комментарий по теме видео обязательно и укажите свой игровой ник. Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Так, давайте поиграем на сайте VoteHub и попробуем выиграть прем-танк. Сегодня будем пробовать средний танк выиграть. Надеюсь, получится. Так. Пятьсот золота. А золота немного. Но вот прям танк 6-го уровня. Это уже неплохо. Так. 1000 золота. Еще 1000 золота.
Где же прям танк 8 уровня хотя бы? Давайте последние два раза. Паттон 59. Ну окей, тоже неплохо. Я его, конечно, продам на золото, но все равно нормально. И последний разок, как я сказал. Но тут уже ничего не выпало. Но если будете играть на сайте... если будете играть на сайте, то вот вам специальный промокод. Можете его активировать. Это даст вам дополнительный бонус золота. Итак, вышла новая итерация изменения характеристик танка тип 63. Это новый японский прям танк 8 уровня. И многим игрокам не понравились эти изменения. Потому что, во-первых, снизили урон с 360 до 320. Да, ДПМ возрос, потому что он был совсем ниже плинтуса. Был 1701, стал 2000. Но это при том, что довольно серьезно средний урон упал. И в целом пока что танк выглядит как-то слабовато. Да, ему еще апнули немного сведения, но все равно пока что как-то не очень. Далее у нас акции 7 августа стартуют в честь дня рождения мира танков. До 14 августа все это дело продлится. Можно купить, например, танки 8-10 уровня со скидкой 20%, танки 6-7 уровня со скидкой 30% и танки 5 уровня со скидкой 50%. Кроме того, будет скидка на снаряжение 50% и скидки разнообразные, соответственно, как я сказал, на исследуемую технику. Плюс еще боевые задачи, вы можете выполнить их и получить тоже некоторую халяву. Кроме того, 7 августа стартует трейд-ин, то есть обмен танков. Соответственно, как всегда, можно обменять некоторые хорошие танки на, возможно, и не самые хорошие. Ну, хотя, если там покопаться, есть кое-что интересное, но я бы на вашем месте тщательно думал бы, прежде чем что-то обменивать. Да, есть танки, которые как бы предлагают вам отдать, ну, что вы теряете не так много стоимости своего танка. Ну, например, вы получаете 70% стоимости своего танка на новый танк. Но при этом эти танки, конечно, хорошие. То есть вы сдаете хороший танк, как правило, и, соответственно, да, получаете больше, но при этом стоит ли оно того, ну, это нужно решать вам, потому что некоторые танки действительно очень годные тут в списке, и не просто так за них как бы Леста готова отдать больше гораздо средств. Опять-таки не 100%, но тем не менее. Например, танки, которые можно сдать вообще за полную стоимость, это ЛТ-432, это КС-52 ЛИС, это Объект-252 У Защитник, это Випера, это М47 Паттон Импрувд, это АМХ-1357, это Т-34-85М и это арта левша. Таким образом, ну, в целом, можно сказать, что некоторые из этих танков можно все-таки сдать. Например, КС-52 ЛИС за полную стоимость, если вы его сдаете. Но танк не такой-то интересный. На самом деле, если он вам вообще не понравился, можно его и сдать. Но танки, которые можно сдать с 70% стоимостью, вернее, ну, как бы вы сохраняете 70% стоимости танка, 30% у вас как бы теряется. Ну, естественно, тут такие имбы, как Е25, который вообще фиг, ну, как возьмешь сейчас, то есть это супер эксклюзивный танк, за который некоторые люди готовы 50 тысяч золота отдать. Есть ИС-3 с механизмом заряжания, есть Лорейн 40 тонн, ну, вот Лорейн можно, в принципе, и сдать, если он вам не нравится, он многим игрокам как бы не подходит. Далее, имбам 10 уровня, по некоторой информации, конец. Что же произошло? Ну, дело в том, что Wargaming тестирует нерф популярных сверхимбовых танков. Например, хотят понерфить такой танк, как Т-95 ФВ-4201 Chieftain, Объект-279R
и даже прокачиваемые сверх имбы, такие как, например, ВЗ-55. Все танки тут не указаны, какие нерфить будут, но в целом оно и понятно, которые сейчас выбиваются по статистике. Если аудитория как бы это воспримет нормально, то тогда в таком случае нерфа не избежать. Ну, какой будет нерф, это еще нужно смотреть. Может быть, он будет не особо-то и большой. Ну, хотя вот, например, объект 279R, учитывая, как сложно этот танк получить, то есть это отобьет как бы желание у многих людей, если его понерфят, выполнять эти боевые задачи. Кроме того, планируется в нашей игре пока что в виде тестов такая фича, как 3D-стиль с изменяемыми параметрами. То есть, например, танк может показывать средний урон, например, за бой, или какие-то другие показатели, или количество боев, или еще что-то там. То есть, таким образом, у вас прямо на танке будут указаны цифры определенных ваших характеристик, ну, именно статистических, которые вы наиграли там в боях. Пока что это все в виде тестов и просто проба пера и прототипы это все, но может быть в дальнейшем все-таки выйдет это все дело, посмотрим. Так что, друзья, спасибо, что досмотрели видео до конца, желаю вам всего хорошего, удачи вам.